26 марта 2024 год. Так, украинцы, сейчас к цивильным обращаюсь. Давайте-ка, наверное, с этими упадническими настроениями как-то заканчивать. Я сейчас две фразы скажу, которые вам стоит держать в голове, а потом длинные нудные разъяснения буду по этому поводу. Первая фраза. Бояться не имеет смысла. Это раз. Вторая фраза очень пригодится. Моя жизнь полна была ужасных неприятностей и злоключений, абсолютное большинство из которых так никогда не случилось. Расшифровываю. Бояться действительно не имеет смысла. Даже если объективно, если какая-то жопа у вас случилась в жизни. Ну, что такое объективная жопа? Я приведу пример просто. 14-й год, в посадке, темнота, ты сидишь, ни тепловизоров, ни ночников, заходят ДРГшники там с ночниками, тепловизорами и выстреливают нас, да, там, в 92-й бригаде, когда я был, под Луганском. То есть ты сидишь в кромешной темноте, ты знаешь, что к тебе пришли специально обученные люди, блин, которые пришли специально тебя убивать. Это не снаряд случайно прилетевший, не какой-то там молния, раскат грома, это специально обученные люди, хорошо экипированные, пришли тебя убивать. Вот это действительно объективная жопа, как по мне. Но даже в этом случае вы должны понять, что от того, что вы там холодным потом покрываетесь, цепенеете, блин, и все, это вам не поможет. Это только усугубит ваше ужасное положение ваше. Только когда вы поймете, что бояться не имеет смысла, вам не обязательно для этого быть в посадке под Луганском в 2014 году, понимаете? Осознайте это, паника в вашей голове и отсутствие паники это в вашей голове. Но больше всего меня просто не знаю, когда боты там что-то разгоняют зраду или что-то такое, мне сейчас, близкие люди мне звонят, там как-то списываются, и я вижу, что они тоже там как-то вот ребята, моя жизнь полна неприятностей, больше сейчас из которых так и не случилось. Как-то смотрите на источники информации, понимаете? Зачем вы слушаете там этих, офицеров, кадровый офицер свалил, за 2 года войны ни одного дня на поле боя не был, свалил за границу и оттуда вещает, что Украине тренда. Чего вы его слушаете? Я не понимаю совершенно, что вас заставляет слушать этих уродов, Портить себе настроение, портить, я не знаю, как-то. Я понимаю, что в ментальности украинцев, все время, что ой, якась круто, ще трішечки треба буде долари продавати. Понимаете? Нафиг, надо же какие-то границы все-таки иметь, в каких-то рамках себя держать. Где вы видите то, что там что-то вот разбомбят? Харьков разбомбят, Донецк. 24-й год, не 22-й. У россиян уже, Черноморского флота нахрен нету. Просто, понимаете, там уже лоханки какие-то остались. С лохами на этих лоханках. Это Украина сделали, это мы сделали, понимаете. Уже нет у них возможности, тех, которые были в 22-м году. А вот они послали 150 там этих самых ракет. Каких 150? 50 ракет, может быть, они за полтора месяца насобирали. И там разбавляют это шахедами. Это что можно сравнить с тем, что было в 22-м году, когда такие массовые атаки чуть не каждый день на нас были? Вы смотрите динамику там, понимаете? Я не знаю, посчитайте, перестать беспокоиться и начать жить, там этого самого Дейла Карнеги. Посчитайте Мишеля Монтэня, понимаете, опыты. Делайте что-то с этим, потому что это же невозможно. Вы сидите, причем кто-то из вас в Европе там сидит и ноет по поводу того, что в Украине кранты. Кто вам это сказал? Понимаете, нам сейчас зашли эти кассетные боеприпасы, нам сейчас зашли там 300 тысяч этих, чехи, спасибо, нашли, нафиг, 300 тысяч этих 155-го калибра зашли. К нам заходит GLSDB, к нам заходят, леопарды, гепарды, О чем мы? Мы встречали российскую армию в 22-м году, когда она была с иголочки, понимаете, со всеми Т-90, мы ее встречали, с советским вооружением старым, и было там пару стингеров, пару этих НЛОУ. Сейчас у нас, хаймерсы, хренаймерсы, F-16 ждем. Че вы паникуете, я не понимаю. Россия с Канаей уже, не в этом, так в следующем году 100%. По крайней мере, она совершенно не будет иметь возможности вести такую агрессивность и боевые действия, как это было в 22-м году, когда просто заваливали нас снарядами.
Сколько там, 10 миллионов снарядов в 22 году Россия потратила? Сейчас она на 2 миллиона хочет выйти в год производства, блин. Вы чё, блин, я не понимаю. Ну да, прилетает, вот Каба меня там контузила, блин, в этот 11 марта здесь под работе. Да. И чё, это чё может сравниться с тем, что было в 22 году, когда нас просто, блин, стирали с лица земли целыми городами? Кабы эти, блин, увидели, блин, по телеку 3000-килограммовый, блин, нафиг ФАП. И говорят, что это будет КАП. Не будет это КАП. Ну, невозможно сделать крылованную, управляемую эту бомбу трехтонную, понимаете? Потому что его поднимают только стратеги. А стратег, он, если с крылышками туда добавить эту управляемую штуку, он туда просто не поместится. Чего вы ссыте, блин? Я вот не понимаю. Причем вы не понимаете, что вы видите, вы не понимаете, что вам угрожает, но вы на всякий случай заранее ссыте и начинаете рассказывать о том, что, блин, вот как все плохо. России нет, у них тест, блин, я не знаю, они на Т-34 скоро на нас будут наступать. Это, блин, вы понимаете, это мразота, которая, блин, рассчитывает только на то, чтобы произвести на вас, блин, устрашающее впечатление. Так было всегда с Советского Союза, служу Советскому Союзу, видели передачу? Какие все страшные, мощные, и всех разобьем, и нема Советского Союза. То же самое сейчас, блин, вы посмотрите, там одни отморозки бьют в башку, разбивают голову кувалдами другим отморозкам, чтобы на страхе этого третьи отморозки пошли в мясную атаку, их там уже положили, блин, не кувалдами, а нашим оружием украинским. Вы посмотрите, вот сейчас в этом в Крокусе что было. 4 автоматчика, блин, нафиг, 6 тысяч народу гоняли, как зайцев по этому самому. Где были нафиг эти самые все спецслужбисты? Они когда в лесу поймали, тогда уже давай, уши резать, блин, показательно, блин, заставлять жрать. Это мразота, которая ссыкливая, это мразота, которая ничего из себя не представляет. Че вы, блин, их боитесь, блин? Что, они ничего не могут, блин, понимаете? Ничего. Их просто тупо много, они тупые, у них много оружия еще с Советского Союза. И то прорядили мы уже сколько. Блин, капец. Так вот, еще раз, я просто для завершения, чтобы вы понимали. Правда, бояться не имеет смысла. Да, если у вас есть какая-то жопа, постарайтесь себе в голове дать себе отчет, что, блин, от того, что я паникую, меня парализуют от страха, это ничего не изменит. Успокойтесь и принимайте какие-то адекватные решения. Но 99% людей, которые паникуют и рассказывают, они вообще ни с чем не сталкиваются. Ни с какими ДРГ в посадке, ни с какими бомбежками нафиг. Понимаете? Успокойтесь, все будет Украина. Не переживайте.